Дом сносят второй день, работы рассчитаны до середины мая, но не сроки взволновали строителей, а то, что новостройка представляла серьезную опасность для жизни людей. Дом построен с нарушениями норм пожарной безопасности, очень много пенопласта, горючих материалов, кровля вся горючая, весь дом облицован пенопластом, балконы пенопластовые. В этом случае пожарной ситуации дом пыхнул бы как спичка. Нарушены на придомовой территории пожарные проезды. Расстояние между домами минимальное. При возведении здания застройщик не реагировал на замечания, а они видны невооруженным глазом. Соседи опасались и за свое жилье. Когда делали фасад у этого дома, то вот эти внутренние блоки вылетали, и мужики очень сильно ругались, которые фасад. Они говорят, мы фасадом крепим эти блоки. И я сама это лично видела. Сейчас в Имеретинке сносят две такие самоволки. Работы по демонтажу будут продолжаться. На очереди еще четыре таких объекта. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.